отличного настроения и море позитива. А еще я хочу, чтобы у вас не иссякала энергия, и вы с задором готовили на кухне мои рецепты для всей семьи. Мы всегда стараемся, чтобы эти рецепты не занимали у вас много времени. Ну и, конечно же, разрабатываем для каждого члена семьи, учитываем, чтобы они были вкусными, полезными и простыми. И подсчитываем семейный бюджет. Я думаю, что терять время мы не будем, а начнем готовить. Ну что, сегодня у меня осеннее меню. Я решила использовать осенние овощи и печь пироги. Потому что считается, что именно в осенний период всем хочется вкусных разных пирогов с различными начинками, но самое главное, с горячим чаем, так уютно посидеть, понаблюдать, как меняется погода, как изменяется природа, и насладиться вкусом. Так вот, сегодня у меня целых три варианта разных осенних пирогов, которые делаются быстро, легко и практически на одном и том же тесте. Первое, что мы приготовим, это будет киш, открытый пирог с курицей и грибами. Второе, мы приготовим пирог рататуй, это такой осенний натюрморт, пирог с овощами. Ну и третье, у нас будет американский тыквенный пирог, это знаменитый пирог с тыквенным суфле. А начну я с киша, открытого пирога с куриной грудкой, грибами и луком. Киш с курицей и грибами. Зеленый лук, соль, сметана, сыр, копченая куриная грудка, белый лук, шампиньоны, яйцо, сливочное масло, растительное масло, мука. Сначала начну готовить тесто, скорее всего, потому что оно должно полежать. Возьму чашку побольше. Вот такая посуда мне понадобится. Закину сливочное масло. И начинаю пересыпать муку. Муку обязательно просеять. Можно просеивать сразу в масло. Масло должно быть мягким. И сейчас начинаем его перетирать. Так, добились нужной крошки. Соль в песочное тесто лучше такую щедрую щепотку добавить. Сахар я добавлять не буду. Теперь можно добавить, кстати, в это тесто еще немного ледяной воды. Буквально, ну, знаете, там ложечек столовых 5-6 ледяной воды и одно яйцо. Я пока посмотрю, может быть, у нас все получится с яйцом. И вот добавлять не буду. Теперь тесто собираем в шар. И нам нужно его будет сейчас оставить в холодильнике на какое-то время, чтобы оно настоялось. А пока мы приготовим начинку. Теперь готовим начинку, пока тесто у нас отдыхает. Берем белый лук, и я возьму немножечко зеленого лука. Измельчаем лук, режем на мелкий кубик. Так. Лук порубили помельче, мы его еще сейчас зажарим, и грибы я тоже буду добавлять. Я предлагаю их тоже порезать, большое количество класть не будем, как добавка к начинке. Режем на вот такие вот красивые дольки, четвертинки, потоньше, чтобы в пироге они более эстетично смотрелись. Зеленый лук. Зеленый лук мне интересен вот именно вот этими белыми головками. Корешки я срежу, а вот эти вот белые головки и часть зеленого стебля также пойдет в начинку. У зеленого лука свой аромат. Он такой самодостаточный. И в пироге будет тоже все очень вкусно и гармонично. И что еще? У меня сегодня такой интересный ингредиент. Я буду использовать копченую курицу. Она готовая. Я сниму кожуру, кожицу ее.
Можно использовать и рыбу, и курицу, и любое мясо, которое у вас есть, и куриный фарш. Но я все же рекомендую вам следовать именно вот этому рецепту. Курочка может быть либо запеченная, либо подкопченная. Мы ее также рубим на кусочки. Причем она может попадаться крупными кусками, мелкими, как вам угодно. И все, что нам нужно, это уже приготовить заливку, но она будет готовиться тогда, когда я обжарю начинку, то есть грибы с луком. Начинка будет готова, мы ее выложим и сможем залить наш пирог. Теперь готовим заливку. Для этого мы берем яйца куриные и взбиваем их как на омлет. Добавляем немного соли, потому что вы помните, что основную соль мы добавили только в тесто. Больше соли у нас не было. Но у нас еще есть сыр в заливке. Сыр тоже даст вкус. Киш у нас будет с нежным вкусом. Обязательно сметану. Сметану нужно, можно взять не самую жирную, но важно, чтобы она была не сильно кислая, со сливочным вкусом. Вот заливка готова. А теперь мне понадобится сыр. Выкладываем. Сыр тоже. Когда будете выбирать для этого блюда сыр, попробуйте. Он должен быть сливочным. У него не должно быть каких-то оттенков, как у швейцарских сыров, таких вот ядреных, каких-то зрелых. У него не должно быть повышенная соленость. А сыр должен быть нежным, сливочным, таким жирноватым. Вот тогда получится правильный вкус. Размешали, заливка готова, все, теперь я убираю все лишнее, делаю форму для теста и выкладываю начинку. Здесь все просто, быстро и элементарно. Тесто охладилось, теперь мы его раскатываем и выкладываем в форму. Нам нужно сделать традиционно каркас из песочного теста и в него вложить и залить начинку. Делаем небольшой бортик. И теперь выкладываем начинку. Первое, что я выложу, это готовая копченая курочка. Посыпаем частью лука. Теперь выложим грибы. Как раз начинка уже подостыла, это тоже очень важно. Мы в тесто не можем выложить горячую начинку, вы помните. Так, видите, все сдержано. Я, конечно, очень хлебосольная, мне хочется грибов побольше с горочкой, там каких-то других специй, ингредиентов, бурю всего. Но делаем мы это все же более... Держано более спокойно. Всего по чуть-чуть, все пикантно. И заливка. Теперь мы заливаем пирог. Залили. Как раз на высоту бортика. Теперь, слегка не поднимая чашку, протрясаем.
и отправляем киш запекаться в духовку. Духовку я поставила заранее, для того, чтобы с влажной начинкой песочное тесто не мокло, пока духовка согревается. Духовка у меня теплая, ставила ее на максимум. Сейчас уберем 180-200 градусов. Это моя любимая рабочая температура. И выпекаем до золотистой корочки. Киш с курицей и грибами. Сливочное масло перетереть руками с мукой. Добавить щепотку соли, одно яйцо, вымесить тесто и оставить в холодном месте на 20 минут. Белый и зеленый лук измельчить, грибы тонко нарезать, курицу порубить крупными кусочками. Обжарить грибы с белым луком на сковороде. В миске смешать яйца, соль, сметану. Все хорошо взбить. Сыр натереть на терке и добавить к жидкой заправке. Тесто раскатать и выложить в форму. На тесто выложить курицу, посыпать зеленым луком, добавить грибы и все залить подготовленной смесью. Разогреть духовку на максимальной температуре, поместить пирог и выпекать при температуре 200 градусов до золотистой корочки. Стоимость блюда на 6-8 порций – 1860 тенге. Я приготовила киш, открытый пирог с сыром, зеленью, грибами и копченой курицей. Как и обещала, я приготовлю еще два пирога. Это будет американский тыквенный пирог, а еще мы приготовим галету рататуй. И сейчас я ее буду готовить. Галета рататуй. Чеснок, тимьян, кабачок, баклажан, кинза, лук репчатый, мука, зеленый сладкий перец, помидоры, растительное масло, светлое пиво. Для начала замесим тесто. Я сделаю в половину ингредиентов, вы можете увеличить вдвое, и у вас получится галета побольше для всей семьи. Можно взять просто пшеничную муку 100 граммов, а можно смешать ее с ржаной или овсяной мукой. Кстати, овсяную муку можно очень легко сделать, купив овсяные хлопья и просто их перемолоть в комбайне. Так, я смешиваю ржаную и пшеничную муку. Этот рецепт можно назвать не просто вегетарианским, но еще и диетическим или разгрузочным. Дело в том, что именно этот рецепт не подразумевает никакой соли. Мы должны насладиться вкусом самой галеты и сочностью овощей осенних. Так, добавили муку. К муке я добавляю пиво, приблизительно 50 миллилитров. И столько же растительного или оливкового масла. Конечно, галеты делаются на оливковом масле, но у нас в Казахстане оливковое масло менее популярно, нежели растительное. Оно более доступно, поэтому я вам даю такой рецепт. Все это смешиваем. И у нас должно получиться тесто. Муку мы сейчас будем вводить. Дело в том, что плотность у муки разная, поэтому нам нужно посмотреть. Сразу оговорюсь, даже если вы эту галету делаете для детей, совершенно безопасно. Вы можете взять безалкогольный напиток. Пиво может быть совершенно любой марки и вообще без алкоголя. Я во время приготовления никакого алкоголя уже, естественно, в блюде не останется. А здесь самое главное – это хмель, солод и пузырьки. Вот что делает тесто необычным и неповторимым. Еще один важный момент, который я все же отмечу. Я категорически против алкоголя, не приветствую никаких посиделок, выпиваний и так далее. И считаю, что каждый родитель должен в целом подавать пример своим детям. Поэтому если я уже покупаю алкоголь, то исключительно для каких-то соусов, маринадов, теста и так далее. Но ни в коем случае не для употребления. Это, конечно, дело каждого, я мораль читать не буду, но все же я считаю своим долгом вас предупредить. У вас получится необычно воздушное, легкое, мягкое тесто, которое совершенно не будет прилипать к вашим рукам. И вы его вымешиваете до такого нежного, но более уже упругого состояния, когда вы понимаете, что с этим тестом можно раскатать галету, лепешку точнее, и слепить галету. Тесту нужно отдохнуть, пока приготовлю начинку для галеты. Теперь для соуса, для сочности, мы берем лук.
Я использую часть белого лука, который мы добавляли в киш. Но вы можете в данном случае использовать любой репчатый лук, красный лук, какой захотите. Я его просто рублю крупно и закидываю в чашку. Лук даст нам сок. Берем кинзу, щедрый пучок и отправляем сюда. Добавлю чеснок. Так, и добавлю перчик. Можно взять паприку, можно взять стручковый перец. Хотите, может, поострее сделать. Но красная паприка даст больше сладости. Теперь я добавлю чуть-чуть растительного масла, просто чтобы легче блендер работал, легче взбивалось. И мы это все измельчаем. Измельчаем все до однородной массы. Вот наш соус получился. Далее, начинка. Это будет вкусный баклажан. Мы нарезаем его колечками. Так, кабачок и помидор. Кабачок – один из моих любимых овощей. Нейтральный, полезный, гипоаллергенный. Замечательно подходит к самым разным блюдам. И в супы, и в пироги, и в запеканки. Вот и сейчас в этой галете он тоже прекрасно подойдет. И помидоры сладкие, осенние, дачные. Но я их режу потолще, чтобы они не запеклись и не подсохли, а чтобы оставалась вот их такая влажность. В целом, для начинки у меня все готово. Мне нужно навести здесь порядок и приступить к созданию самой галеты. Итак, теперь мы должны раскатать лепешку. Тесто мягкое, нежное. Работать с ним, с одной стороны, интересно, непривычно. Раскатали ржаную лепешку. Теперь в середину выкладываем немного соуса. Выложили. Далее выкладываем овощи. Кабачки, баклажаны. Полезно просто помидоры. Выкладываем. Теперь можно еще слегка полить соусом, чтобы сверху тоже была вот эта пряность. И мы ничего не солим. Весь сок, я надеюсь, останется с нашими овощами. И посыпаем паприкой. Теперь слегка взбрызнем маслом. И вот к вопросу о том, как эта галета должна выглядеть. Она защепляется очень быстро. В Европе женщины лепили эти галеты из подручных средств. У кого-то была какая-то мука, какое-то масло, какие-то овощи простые, доступные. Все это быстро-быстро залеплялось, чтобы был и хлеб, и начинка. И выпекалось. Сейчас я перекладываю это на лист, и мы это запекаем в духовке до готовности. Галета рататуй. Для приготовления теста смешать просеянную муку с маслом, добавить пиво, вымесить тесто, дать отдохнуть. Для приготовления соуса смешать мелко нарезанный лук, перец, чеснок, зелень, масло. Довести все до однородной массы в блендере.
Кабачок, баклажан, помидоры нарезать кружками. Раскатать тесто, по центру выложить половину соуса и овощи. Сверху залить остатками соуса. Посыпать сладкой паприкой, взбрызнуть маслом, можно добавить тимьян. Края теста защипить к середине. Выпекать галету в духовке при температуре 200 градусов около 30 минут. Стоимость блюда на 4-6 порций 405 тенге. Мы приготовили киш. Открытый пирог с грибами, копченой курицей и зеленью. А у нас получилась осенняя галета, красивая, как просто натюрморт сентябрьский. И сейчас, как я и обещала, мы будем готовить американский тыквенный пирог. Американский тыквенный пирог с корицей. Корица, ванилин, соль, яйцо, сливочное масло, сахар, мука, тыква, сливки. Тыква нам нужна. У нее сейчас как раз начинается только сезон. Давно мы не виделись с ней. Мы ее очищаем, нарезаем, и нужно будет отварить пюре. Если вы слышите, у меня уже там журчит вода, потому что я сейчас буду тыкву отваривать. Это такой у нас получится десертный пирог, хотя очень сытный, овощной, но сладкий десерт. Порубила, и сейчас я ее заброшу отвариваться. Конечно, чем мельче, с одной стороны, тем лучше. Но, например, натереть на терке и отварить тыкву – это не вариант. Почему? Потому что она будет очень водянистой. Вода у меня кипит. Можно в подсоленной воде, но я думаю, здесь это будет лишним. Мы просто отвариваем тыкву до мягкого состояния. Тыква варится. Сейчас приготовим тесто. Натираю сливочное масло. Оно у меня заледеневшее. Так, теперь взбиваю одно яйцо. Обязательно добавляю соль. Солью яйцо взбивается гораздо лучше и делает тесто более таким эластичным. Тесто быстрее схватывается. Теперь я сейчас масло перетру руками с мукой до крошки. 400 граммов муки и пачка масла. Арифметика простая. Сейчас масло хорошо разойдется от теплоты рук. Муку смешали с маслом, выкладываю к яйцу. Перемешиваем и сейчас будем вымешивать тесто. Так, сахар опять я не добавляю, хотя это десерт и можно было бы добавить, но я добавлю сахар в саму начинку. Это будет гораздо интереснее. И теперь тесто мы скатываем в шар, даем отдохнуть в прохладном месте, а сами доготовим ту тыквенную начинку, о которой я говорила. Теплые деньги пока еще позволяют ребятам гонять футбол во дворе. На то это и осень. И я знаю, что футбол и прочие активные игры доставляют немало хлопот родителям. Но я рекомендую вам использовать сиф-крем, который поможет очистить любой спортивный инвентарь, а также обувь ваших детей. Сегодня я предлагаю вам использовать сиф-крем. Обратите внимание на маленькую упаковку сиф-крем. Это удобно, экономично и легко. В любом случае, лето закончилось. И самое время очистить весь инвентарь, сланцы, садовые корзины, садовую пластиковую мебель и все это упаковать до следующего лета. Поэтому я предлагаю использовать сиф-крем для любой поверхности. Нужно нанести небольшое количество на губку и очистить им любую поверхность от следов. От кроссовок, от грязи, от въевшейся пыли, жира. И любой инвентарь засияет чистотой. А самое главное, сиф-крем, который я сегодня использую, Active Lemon, дарит мне еще и бодрящий аромат лимона. Сиф. Поверхности разные, решение одно. Итак, тесто мы раскатали, его, как и в прошлом случае, выложили на пергамент, но сначала мы выпекаем корж. Так как начинка у нас будет мокрая, корж нам необходимо выпечь заранее.
Корж, естественно, у нас должен быть с высоким бортиком. Мы сейчас его прокладываем. Я тесто, как видите, разровняла по пергаменту и подрезала края. Все то же самое, что мы делали в первом рецепте. Теперь я снова застилаю еще один пергамент сверху. И мы основу эту будем выпекать. Мы как-то уже с вами так делали. Мы засыпали, по-моему, фасоль. Засыпали фасоль, чтобы корж не потерял форму, потому что, так как внутри теста сливочное масло, естественно, во время пропекания испаряется влага, и тесто может подниматься и деформироваться. Так вот, чтобы у нас тесто и бортики сохранили форму, я надеюсь, у меня это получится и сегодня, я высыпаю рис. Просто нужен небольшой груз, чтобы бумага не поднималась. Двигаемся дальше. Сначала нам нужно взбить яйца, и взбиваем мы их с сахаром и сливками. Два яйца. Я добавлю щепотку соли, чтобы яйца лучше взбились. Добавляем сразу ванилин. Так, теперь вливаю сливки. Половину пока, чтобы взбивалось все тщательнее. И сахар. Так получится быстрее все растворить и размешать. Добавляем еще немного сахара. Вот теперь весь сахар у нас уже здесь где-то стакан получается. 200-250 граммов сахара. И вливаем еще немного сливок. Сливочно-яичная смесь готова. Добавляем щепотку корицы в теплую тыкву, чтобы вкус развернулся. У нас ваниль, корица, тыква, настоящая осень. О, уже отличный аромат. Готово. Такое тыквенное пюре без корицы вы можете давать своим малышам. Так, а вот теперь мы соединяем две части, яйца и тыкву. Выливаем. И на небольшой скорости потихонечку перемешиваем. Коржик выпекся. Теперь мы в эту форму постепенно заливаем начинку. У меня не поместилось, я думаю, что можно сделать еще один пирог. И ставим в духовку при температуре 180 градусов, мы выпекаем около 50 минут. Медленно-медленно суфле должно пропечься, а корж дойти уже до полной готовности. Поэтому отправляем снова пирог в духовку. Американский тыквенный пирог с корицей. Очистить тыкву, удалить семена, нарезать мякоть кубиком. Выложить в кастрюлю с кипящей водой, варить до готовности. Масло натереть на терке, взбить яйцо с солью. Муку перетереть с маслом, чтобы смесь напоминала крошки. Затем добавить взбитое яйцо и замесить тесто. Скатать его в шар и отправить в холодильник на полчаса. Раскатать тесто на слегка присыпанной мукой поверхности. Застелить им круглую низкую форму. Поверх теста положить еще лист бумаги для запекания и высыпать любую крупу. Это позволит коржу равномерно пропечься. Выпекать в течение 15 минут при 180 градусах. Яйца, соль, ванилин смешать. Влить сливки, добавить сахар и тщательно взбить. Блендером измельчить мякоть тыквы в однородную массу, добавить корицу. Соединить тыкву и яичную смесь, взбить миксером. Вылить смесь в форму с запеченным тестом и выпекать пирог около 50 минут при температуре 180 градусов. Стоимость блюда на 8 порций – 1295 тенге. У нас сегодня осенний марафон. Мы с вами столько пирогов приготовили, и все они осенние. Все такие, как осенний натюрморт, с таким сентябрьским настроением. И отметим, на любой вкус. И для худеющих мам, и для пап, которых нужно посытнее накормить, и для детишек сладенькое и вкусненькое. Я желаю вам, чтобы эта осень была волшебной.
Пусть дожди, пусть наступают холода, опадает листва, но в этом нужно видеть тоже свою прелесть. И спасаться от осенней хандры нужно за щедро накрытым дастарханом, всей семьей. И вместе с 31-м каналом. До новых встреч!